Так, юху, всем привет, с вами Нот, с вами моя девочка, вот так вот, вот, и Good Eater 2, про стримы я в курсе, помню, может когда-нибудь смогу, как вы знаете, у меня сейчас нет своего офиса, и мне в любой момент могут сюда зайти и начать свои разговоры, звонки и прочее, бла-бла-бла, вот. И поэтому сделать это в данных ситуациях пока невозможно. Итак, вы иногда можете заметить, что у меня тут происходит. Я иногда вырезаю, да не вырезаю, останавливаю, не останавливаю. Что происходит? То есть, как проходной двор. Поэтому для стрима это, по крайней мере, пока не вариант. Когда закончится ремонт, который у меня сейчас делается, возможно, это будет возможно. Так что, посмотрим, что будет. Кровь попросила провести совместную операцию. Вы готовы? Да, конечно, готов. Господи, дело. Что, его напинать? Да, кота, да без разницы. Где этот? Ты же там, да, Эмиль. И Нана. Нам это нужно, чтобы двигать совместную операцию. Так, синтез, нет, снаряжение. Прозрачный коготь, правая кнопка, по идее, я не знаю. Бесполезно все. Это что такое? Улей, рой пчел, наращивает клешу пищевому, а затем атакует. Да, мы будем разное пробовать. А чё нет-то? Каждый вид фигни будет нам соответствовать нашему стилю боя, как вы понимаете. Стоп, 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 стоп. А, я так не могу, да? Черт. Капец, он медленно жрет. Ай. Тупая рыбешка. Нет. Ха, красиво вышел, да? Интересно, я пробиваю или? Вряд ли я. Всех по зубам. Ау-ау. Фу, черт, вот это сейф. Нет. Блин, я хочу звук убавить, по-моему, мне кажется, он немножко громковатый. Отлично. А ну, уснул обратно. Ты нельзя быть в ярости. Так, стойте.
Ну, музыка тихо. Тут нету просто... Тут тихо, тут нет процента. Тут нет процентного содержания вообще. Сколько он выпускает? 3. Ну, возможно, когда прокачается, будет больше. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, если по звуку прям совсем дичь, скажите, я верну обратно. Да просто мне не докажется, то, что у меня микрофон не самый лучший, потому что я особо не парюсь, вы же знаете. И из-за музыки меня порой не слышно, а я могу рассказывать что-то интересное. О, удар остыт. Вот это тоже капец как-то качается медленно. Давненько мне не доводилось просто посидеть и выпить. И не говори. Да, давненько. Хару. Ну, что ты думаешь о новой команде? Нормально, но общаться с детьми явно не мое. Ха-ха-ха-ха. Вот это я уже не ожидал от тебя такого слышать. Стареешь, Гил. Хару. А что там с этим, как его, вице-капитаном? Любопытный пожиратель богов. Говорят... Ага. Доброты вице-капитану не занимать. Хотя и чувства тоже. И какой-то бесконечно... Он оптимистичный. Прямо как Кейт. Она всем была лучше, лучшим другом. И за любую задачу готова была взяться. Ай, да не нойте. Твоя правда. Я тут, ну, как-то раз одного из них отчитал. А, за что? С Кейт то же самое было. Не слишком-то сработало. Она меня никогда не слушала, всегда смотрела в будущее. Так радостно. И всегда упрямо делала так, как ей хотелось. Я скучаю по ней. Все как-нибудь наладится, Гил, надо просто подождать. Мы тут всегда не... Нам тут всегда не хватает людей, это значит, что всем надо активнее работать. Гил, просто расслабься и подумай. Мы каждый день защищаем людей. В таком мире это значит немало. Кейт, я не могу просто смириться со всем этим. Политики только умеют, что сочинять отговорки. В глазка пожиратели богов нужны так же, как на Дальневосточном... На Дальнем Востоке, блин. Эй, прекрати ругать мою родину. Я и не ругаю. Дальний Восток — передовая этой войны. Ты же сам знаешь, им не хватает рук. Нам еще повезло. Может быть, но они там только переводят ресурсы. Взять хотя бы проект Эгида. Полный провал. Это верно. А жаль. Тогда план казался очень убедительным. Да, и не нашего ума это дело, Гил. В поражении нет ничего страшного. Страшно идет потом. Но если не сдаваться, рано или поздно все наладится. У нас отличная работа. Мы как можем спасаем жизни, а Фенрир как может поддерживает нас. Это здорово. Все друг другу помогают, и поэтому мы всегда справляемся. Разве не здорово? Как ты думаешь, Гил? Я просто стараюсь вас уберечь, защитить тебя и Хару, и... В общем... Вы оба слишком упрямы, и раз уж не хочешь выйти в отставку и жить нормальной жизнью, пусть вы двое будете счастливыми. О, знаешь, ты ужасно милый. Ладно, я спрошу директора, можно ли перевести к нам кого-нибудь. Только пообещай мне, что сам в это не полезешь. Так точно. Отлично. Всегда так отвечай, Гил. Hey,
Эй, нет! Ну, взбодрись уже! Ты давно не улыбался. Гил, имей совесть. Хватит флиртовать с моей невестой у меня на глазах. Что? Это все она? Я просто... И все-таки, почему лучшие из нас умирают молодыми? Хару. Я тогда... Ну уж, хватит. Не будем о прошлом. Как сказала бы Кейт, смотри в будущее. Идет. Идет, Гил. Да. Нормально такая история, долгая, давно таких не было. Просто заметки, хочу просто сообщить идею. Гил типа не в духе Гила и Харуми типа в напряге. Харуми постоянно странно на меня смотрит. Это мне вообще пофиг. Вы не можете продолжать эту историю, выполнять свободное задание с кодом, чтобы подружиться с ним. В общем, нужно код, да? Вы не можете продолжить эту историю, выполнять свободное задание с ним, наладить прототип Лика, хочешь посмотреть на него в деле. Вот как с ней, ладно. Так, во время последнего задания мы уничтожили множество врагами на Эгиде, но осталось еще больше. Первый отряд вернулся для зачистки. Столь небезопасное место лучше бросить или уничтожить, но похоже не все так просто. Так, ты мне нафиг не нужен. Здешние пожарители богов понимают друг друга почти без слов. Быстро координация, быстро слажено. Это безупречная командная работа, прекрасно проявляющая себя в боевых условиях. Мне надо многому научиться. Конечно, надо. Бонусы. О, новый бонус. Эмиль. И Кота. Конечно, Кота нужен. Где Кота? Где Кота? Ха? А Эмиля можно, а Коту нельзя. Блин, поддержки вот эти нафиг не нужны. Объекты Яки. Оливье. Не знаю, кто это. 60. Отлично. 10. 20. Еще десятку надо включить. А, не у кого нам. Так, давай заменим на 16. Брендо. Нормально. В смысле? Еще на 20 надо, да? Шин. Да. Стойте, качайте их. Так, снаряжение. Так, что это такое? Это атака правая, удар осы. Постой. Продвинутый даже есть. Ха. Макет устройства, да, работает. Так, личные способности. Что у тебя, Нана? Пока у тебя улучшать нечего, да? Ждем до четвертого. Это нечего, этого нечего, нечего, нечего. Вот ей бы 300, да, долго будет. Ну ладно, накачаем ее, пойдем дальше. А что нам остается? Я не знаю, кого брать. Пусть одна будет. Может по нему попасть, а? Ну, хороший удар. Стоять! Да, росы. Прикольно. Они бы еще кого-нибудь травили бы или еще что-нибудь. Я сбоку был, алло. Что он странно бьет? По нему попадать, а? Ой,
получи. Сколько? 700? Ну да, хорошо лупит. Блин. Слушайте, хорошо вместе. 700, слушайте, мощная штука. Да. А, чёрт. Жри ты его, а? Стоять, говорю. Понятно, у него расстояние небольшое, но зато убойность хорошая, если пробить. Куда побежит? Налево или направо? Давайте, ребята, за ним мы не можем дать ему идти. Что это за ромбики у меня появились? Он закрыл все лицо. Опа. Надо сначала одного избавить. Стой! Стой, гад! По-хорошему стой, говорю. Не можешь вечно же убегать. Ага, все, минус. Слушайте, мощно. Свечка ему прям в задницу. Да попади по хвосту ему, а. Собака. А, поешь ты, вообще. На тебе, 400. Не, ну слушайте, как удар, он довольно мощный. Надо бы аптечку купить будет. На! That finishes the mission. I am very impressed with your work today.
Так что где-то должна быть вот эта штучка. Ну, 400, да, прям мощно, слушайте. Ха. Блин, тоже хорошая способность. Мне нравится ветер, мне нравится затыкивание, мне нравится и это. Вот Рой пока не нравится. Говорят, воздушный хороший, потому что можешь бить и отступать, но я не уверен, насколько это прям хороший. Игнорирование стойкости. Отлично. Что-то прикольно получили. Но пока качать не будем, пока откладываем, нам это пригодится, возможно, потом. Так что понимаю, что можно улучшать здесь. Давайте основное задание, сложность 3. Че, не понял? Че, с кем мне поговорить надо? Осталось еще больше пиратов, значит, застольное безопасное место лучше бросить или уничтожить. Но похоже, не все так просто. Стоп, а кто? Кто? Где? Кто мне задание даст? Запарили, дайте мне задание. Нет задания, алло. Вы серьезно? Эй, как дела, вице-капитан? Можно посесть, присесть? Спокойно, не буду я с тобой заигрывать. Да Нил рассказал мне, что случилось во время задания на пустошь. Про красный дождь и про то, что тебе думалось запрыгнуть в разбитого божественного солдата, чтобы спасти друга. Безумие. Да, действительно. А, с тобой не соскучишься. Мне это нравится. Слушай, я пришел поговорить про Гила, но он наверняка не особо о себе рассказывал. А теперь наверняка интересно, что же произошло тогда в Шотландии. Разве что немного. Я так и думал. Так вот, с чего бы начать? Филиал в Глазго маленький, я бы даже сказал крошечный. Там служащие служили всего 3 пожирателя богов. 2 из них мы с Гилом, а 3 была нашим капитаном. Ее звали Кейт, Кейт Лори. Она была моей невестой. Оргами так нападали не очень часто, так что мы вполне справлялись втроем. Как-то раз мы вышли на рядовое задание, мы думали, что все как обычно. Буду с тобой откровенен, это довольно мрачная история. Точно хочешь слушать дальше? Да, давай. Хорошо. Во время задания Гилу очень не повезло. Ему пришлось убить Кейт. Другого выхода не было. Трибунал признал его невиновным. Но слухи уже поползли. Так его стали звать Гил убийца офицеров. Понятное дело, стало только хуже. Будто у кого-то из них есть право так его называть. В общем, в чем-то его... И вообще, в чем-то его вините. Ладно, продолжаем. Сражались мы, как обычно, Кейт и Гил вместе выступали в авангарде, а я зачищал территорию вокруг, а потом появился он. Он. Какие у него пафосные эти обувь. Гил! Ого, что это? Кристальный какой-то орагами. Хару, ты нам срочно нужен. Этот орагами... Это новый вид. И тить колотить. Он слишком силен. Слышь, Хару, скорее. Понял, я уже в пути, держись там пока. Потому что надо прыгать и не сражаться. Гил, заходи с фланга. Есть. Ты копье неправильно держишь, Гил. Он меня видел.
У него броня. Кейт, не подходи к нему. Ты пока подлечись, я его отвлеку. Кейт, твой браслет его разъедает. Со мной все в порядке. Гил, выбирайся отсюда. Оставь этого врага мне, я его задержу. Глубоко вонзила ножик. Промахнулся. Кейт! Прости, его совсем разъело, почти в пыль. Гил, превращение в оргами уже началось. Я чувствую. Гил, ты знаешь, что нужно сделать. Сделай это. Ни за что. Мы еще не вернулись. Нет, не думаю. Гил. Прости меня. Тебе придется сообщить ему. Смотри. Нет. Я не могу. Прости. Знаю, это безответственно. Я вовсе не хотела вас бросать. Ты должен, Гил, иначе я нападу на тебя. Я не хочу на тебя нападать. Пожалуйста, Гил, умоляю. Сделай это. Убей меня. А Линда выжил. Это слабачка. Че, внимание лошади? Че за знак это? То есть ему нравится смотреть, как она мучится, да? Когда я добрался до них, было уже слишком поздно. Кейт уже покинул этот мир. Все было залито кровью. Земля и камни были покрыты обрывками ее одежды. Гил прижимал к груди ее браслет. Он стоял, не глядя на меня, и плакал. Прости за брачную историю. На сегодня хватит. Ага. Ты, к слову, отлично умеешь слушать. Так, серьезно все воспринимаешь, что неосознанно тебе доверяешь. Может, и Гил видит в твоих глазах эту честность. Может, ты даже напоминаешь ему Кейт. Ну да, хватит об этом, верно? Неплохо сегодня поговорили. Давай как-нибудь еще выпьем. До встречи. Угу, значит, чтобы тебе все рассказывали, нужно тупо молчать и смотреть. Ага. Так, что, дашь задание? Так, крупная актера Мили и Ирина успешно прибыли на базу. Кода все еще находится в эгиде без поддержки. Похоже, это оргами
отступил, но множество других врагами по-прежнему атакуют. Отряд кровь идет на спасение Коты. Да, без проблем. Кота, Нана, Сиэль. Давайте Нану заменим на... не на кого. Держите Коту живым, пожалуйста. А тут как получится, не могу обещать. Так, а снаряжение... Удар осы, кстати, оказался довольно крутой. Так, что это такое? А, шаговая атака. Ой, как раз чуть-чуть. Давай. Кто? Где? Кто? Конечно, бьет сейчас слабо, возможно, на втором уровне он будет посильнее, да? Ау! А, все? Че такие легкие, я не понял? История и то сложнее. Вперед, да, можно? Нет, стойте. Ну да. Шаг только... Да, за 2 минуты справились, отлично. Легкое задание, вообще прям изичное. Давайте расходников получим. Они тоже прикольные. Ей, грани шквалы, не знаю, что это, ну вот. Так, Коту мы спасли, довольно легко спасли. Что дальше у нас будет? Так, база данных. Что? Сейчас я говорю от имени всего дальневосточного филиала, бла-бла-бла-бла. Не могу, вы не можете. Слику где-то еще найти надо. Что? Лимит вызова, что это значит? Что значит вызов? О, привет. Уверен, я могу продолжить тест, но это только начало. Помоги мне собрать данные с лучшего устройства. Мы наверняка задержимся допоздна, ты не против? Я делаю все, что могу. Правда, вот, спасибо. Когда ты рядом, всегда все отлично. В общем, прости, что тороплю, но... Ну, давай. Наносель. Эмиль. Коту надо. Спасибо. Так, снаряжение, грань шквала, вот теперь она вторая. Так, что это такое? Воздушная атака, то есть сильные
воздушной атаки. Даже не рядом. Танец калибри. Ну, в зависимости от того, какую мы будем штуку брать, от той штуки мы будем строить тактику боя. Это так, типа, разнообразие. Я, по идее, должен под бой, да, подбирать? Блин, они маленькие. Стоять! А ну стоять пошел за это, а? Вы дали одному уйти. Так, чем еще можем переть? Да вроде ничего. Просто откусили здесь еще. Так, увеличение наград. Давайте игнорирование стойкости. Друг его еще выбирать надо, чтобы он стал моим другом. Да, чуть-чуть все сдвинулось, но как-то не особо надо. О, уже так поздно. Сегодня мы отлично поработали. Спасибо за помощь. Ты так много трудишься. Многие, особенно пожиратели богов, чураются такой работы. Я живу, чтобы работать. Всегда приятно работать над чем-то перспективным. Много лет назад один инженер Фенрира начал работать над этим прототипом. Хотел, чтобы бойцы могли пользоваться сразу устройством поддержки и оружием. Это помогло бы им выжить. Но Фенриры проект сочли слишком затратным и невыполнимым. Они отказались от финансирования и развалились. Но хорошего инженера отказ не остановит. Он продолжает разработку, но умер, прежде чем довел дело до конца. Этим упрямым инженером был мой отец. Он поставил жизнь этому проекту. Благодаря тем, мы доказали, что его мечта осуществима. Нам осталось совсем немного. Окей. Конечно, эта работа займет какое-то время, но прежде чем начать, я хочу взять с тебя слово. Обещай, что будешь говорить прямо, если я ошибусь. Или что-то пойдет не так. Или я слишком увлекусь. Скажи, ага. Ну ладно. Так. А ну я тебя вызываю. Давай вылази сюда. Я пострелял Дана, получив в прошлый раз, и все перенастроил. Поработаешь с обновленной версией? Наверное, мы опять тебя кончим к ночи. Мне не привыкать. Ну еще бы, в крови и не такому привыкнуть. Спасибо еще раз. Так, что гроба? Гроба убить и летающих гадов, да? Не самый лучший набор, я скажу, для... летающего лотоса. Ну да ладно, что за макет, что он дает? Без понятия, да? Ледяное сверло. Так, синтез, улучшить оружие. Не могу. Установить навык ближнего боя. Плюс один.
пусть будет. Вот и отлично. Пошлите, быстро напинаем их. Вау. Нормально так. Ауч. Давай, попади ему. Да чего, бла? Не, я в воздухе был, алё. Конечно, да, отход, говорят, что хороший, но... А, мой пожиратель богов не блокирует и не отступает. Ау. Подбей его, давай. Не. Все равно расфигачу. На сушиме я тебя нарежу. Углеволокно, бла-бла-бла. 3 минуты, отлично. Хорошо, идем. Отлично. Давай увеличим награду кредитов. SSS. Идеально. Так, чё? Ну, а скоро призрачный рой прокачаться, смотрите. Эх, было непросто, но ты не слабак. Эй, слушай, а каково тебе быть пожирателем богов? Нравится такая работа? Обожаю. Понятно. Не думаю, что у инженеров все так по-другому, ведь... А, не думаю, что у инженеров... Короче, ладно, ведь вы, ребята, не сами решили стать пожирателем богов. Тебя вдруг подвергают испытанию, и вся жизнь меняется. Счастливы ли те, кто занимается нелюбимым делом? Ты счастлив? Да, я? Да, счастлив. Конечно. Я особенно не выбирала, но мне нравится. Так что мне повезло. Верно? Я все детство провела в лаборатории отца. Играла с микроскопами, пневмомолотками и всякими приборами. Теперь я выросла, но я оказываюсь в лаборатории снова
остановлюсь той девочкой. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Так. В целом можно вот этот Lotus Calibri, или как он там называется, обузить. Так, история персонажа, что там? Последнего теста. В смысле, четвертое? В смысле, четвертое, я не понял. Где мне взять задание? Не понял. Короче, мне куда-то надо будет припереться. А, со всеми поболтать, да? Спасибо за помощь, думал мне крышка. Тот Аргами убежал по направлению к старому авианосцу. Когда я рассказал о том, что случилось на Гиде, Харума сразу помрачнел. Никогда не видел его таким угрюмым. Думаю, он кто-то что-то знает о красном Калигуле. Вице-капитан, можно просьбу? Конечно. Красный Калигула, которого повстречал Кот, помоги мне его уничтожить. Гил хочет расправиться с ним в одиночку. А я хочу, чтобы эта тварь снова... Не хочу, чтобы она снова улизнула. Неужели тот Аргами? Я прибыл в дальневосточный филиал сразу, как узнал, что здесь появится пронзенный божественным оружием Аргами. Тот, о котором рассказывал Кот. Как раз такое... Это оружие, возможно, оно принадлежит Кейт. Хочешь сказать? Да. Но я не единственный, кто хочет отомстить за Кейт. Еще хочет Гил. Он навсегда остался там. Кейт наверняка бы хотела, чтобы груз вины не тяготил его. Ясно. Я тебя в долгу. Мы обнаружили след могущественного Арагами. Во, ну с ним возразимся в следующей серии. Ха-ха-ха. Будете ждать, а пока историю. Была точность, пожалуйста, следующая. Бла-бла-бла. Я, твой труд будет вознагражден. Давай, готов. Можем начинать. О-о-о. Спасибо. Так. Летящий лотос. Так, небесный танцор улучшает воздушную атаку левой клавишей. Третья стадия. Ну ладно, что ж делать там. Хватит меня забивать. Ты остановишься, нет? О, что-то было. О, что-то прикольно тоже. Ай. Тебя постреляй. Вся наша жизнь опасна, так подумать. Давай, я хочу третью. А, не успел, успел. Стоять. Да не уж, жизни как же у слона. Хо. Тоже прямо бузить может. Слушайте, прикольная штука. Если враг не двигается, только главное. Давай, давай. Ап. Класс, мне нравится эта способность тоже.
Слушайте, здесь много хороших способностей. Успей, успей, успей. А, не успел. Ты можешь остановиться, а? Ага. Да, отлично. А? Меня аж выкинуло за границу карты. Слушайте, крутая штука, честно сказал. Я даже не знаю, почему я советую лотус, который бьет и отступает. Отступать не моя тактика. Прям прикольно, он еще бьет дополнительные 3 атаки. Слушайте, мне нравится. Блин, здесь чем дальше, тем все больше и больше крутых способностей. Прикиньте ее прокачать до 5-го. Это же прям реально, это просто прям забьет. Я даже не знаю. Он бьет причем с обычной силы, как я понял. Просто в случайные 3 места. И может побить по слабым или разбитым местам. Господи, классно. Так, ладно, увеличение награды, получение расходников. Давайте стойкость. Щит. О, рой пчел 2, отлично. Мне нужно собрать какие-то данные о твоих мозговых волнах. Энграммах, памяти, уровней нейтроптиоида. Закрой глаза и поспи, а я позабочусь об остальном. Если хочешь, могу дать снотворное. Отдохни, хотя это всего на пару часов. Спокойного сна, капитан. Ты можешь лицо вытрешь, нет? Привет, как самочувствие? Как будто меня поимели. Наш боевик. Доброе утро. Вернее, вечер. Что ты со мной сделала? Проверила исследование, изучила диаграммы, поужинала, как обычно. Рассказала бы поподробнее, но это скучновато. Как результат? Все получилось? Все прошло идеально. Еще чуть-чуть, и я смогу доложить о своих открытиях в штаб Фенрира. Если они дадут грант, я смогу плотно заняться этим проектом. Осуществлю папину мечту. Раньше она казалась недостижимой. Конечно, до широкого применения. Еще далеко, но если хочешь, я могу создать один такой специально для тебя. К тому же, я надеялась, что ты поможешь мне и с другими научными проблемами. Что скажешь? Конечно. Спасибо. О, дай-ка я проверю твой пульс, прежде чем уйдешь. А то вдруг ты еще в обморок упадешь. Так, ты инженер или врач, господи? Все, она уснула. Так, а что я получил? Я получил что-нибудь? Нет? Наверное, нет. Да ладно, еще не все, смотрите, эпизод 5. Вы не можете продолжать историю, выполнять задание, чтобы подружиться, выполнять задание, чтобы подружиться. Да, вы запарили. Ладно, сохранить, да. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.